Bonjour, chers amis. Здравствуйте, друзья. У нас сегодня с вами новый урок, и мы не будем пока делать фонетику, потому что я вперед немножко забежала, там аудио мало. Ничего, я потом соберу больше аудио и буду анализировать немножко в другом формате, не как у нас был с вами пятый, шестой урок недели. Сегодня мы познакомимся с вами с одной скороговоркой, вам ее нужно будет хорошо отработать. И в этой скороговорке даны как раз-таки правила чтения очень интересные. Мы с вами видели, что и L или и дубль L читается часто как е. В большинстве случаев, там есть еще различные варианты. И вот в этой скороговорке есть слова, которые вы уже знаете, а плюс есть еще три слова, которые этому правилу не подчиняются. Это слово «вилля» – город, он читается «виль», не «вие», а «вилля». Дальше «милля» – тысяча, читается как «миль» через «элля». И «транкилля» – спокойный. Если слышали такое слово в русском языке, «транквилизатор», то есть то, что колет, чтобы человек успокоился или животное успокоилось, например, когда оно убежало откуда-то. Так вот, можно запомнить через это «транкилля». И скороговорка следующая. «Mille filles jouent à la balle dans une ville tranquille». Это значит, тысячи девчонок, девочек, играют. Это «ент» окончание. Это как множественное число третьего лица в русском языке. Но оно не произносится. И получается просто «жу». «À la balle» в мяч. У нас есть бейсбол, да, вот это «balle». «À la balle». Обычно вот этот «balle», он маленький. Есть большой мяч, это мы потом с вами выучим, а ля баль – это маленький. Dans une ville – в одном городе, tranquille – спокойном. Давайте прочтем это вместе по слогам. Mille filles jouent. Повторяйте. À la balle. Dans une ville tranquille. Повторяем. Mille filles jouent à la balle dans une ville tranquille. Вы это переписываете и запоминаете. И потом отрабатывайте. Сейчас мы по слогам произнесли. Отрабатывайте все быстрее и быстрее. Я сейчас вам покажу. Нужно три раза подряд очень быстро произнести. И тут очень интересно, что есть оппозиция. Открытый, закрытый рот. И вот нужно, чтобы у вас рот хорошо-хорошо открывался. То есть эту скороговорку можно прочесть и нужно прочесть пробкой, с карандашом. В общем, она должна у вас очень быстро получаться. Mille filles jouent à la balle dans une ville tranquille. Mille filles jouent à la balle dans une ville tranquille. Mille filles jouent à la balle dans une ville tranquille. Три раза аудио. Пришлите, пожалуйста, внизу три раза, когда вы это произносите. Переслушайте себя, пожалуйста, сами. Если не четко, если у вас не плавно, то вот это mille, ville, mille filles jouent, вот так тоже не надо. Если нет тонуса, вот если вы говорите так. Mille filles jouent, вот видите, у меня здесь все это. À la balle dans une ville. Вперед попробуйте вытянуть. Mille filles jouent à la balle dans une ville tranquille. Даже я себе пальцем помогаю, рукой, чтобы это было плавно, чтобы это было так тягуче. Попробуйте, пожалуйста. Должно быть по-французски. Оцените себя внизу от 1 до 10, насколько это по-французски. Не будьте все строги. Мы не сравниваем себя с суперфранцузом. Это уже, знаете, даже будем отступать от своего прогресса. Насколько более по-французски на данном этапе вы это произносите, нежели чем это было. D'accord? Bon, à bientôt.